Красноярск встречает холодом, снегом, как обычно. Я приветствую. Сегодня 24 апреля. В Красноярске на работе получил форму. Вот на заднем плане видите, снег лежит. Все хорошо. Занимаюсь проектом, комплектуюсь, чтобы все было необходимое для работы. Всем хорошего дня, хорошего настроения. В теплой куртке. Пойду возьму кваса местного и отдыхать. Нормально пока все. Готовлю ужин. Картошка жареная, суп. Первое, второе, как положено. Квас хлебный. Квас Елисей. Вот такой вот. Ой,